Всем привет, мы продолжаем играть ТЛД. Мы с вами бегаем сейчас по открытой местности, просто возвращаемся после задания. Давай, иди сюда, иди. Тигры, тигры, это серьезно на самом-то деле. Теперь в атаку. Все-таки тигры это серьезно, потому что это одна из лучших отрядов, один из лучших у ребят. У харадов или хандов. Короче, у одного из союзных лагерей Мордора. Поэтому в любом случае их расстрелять достаточно сильно смогли. Плюс сейчас перерезали просто мои ребята. Молодцы, молодцы, хорошо сработали. Это я дурью маюсь, кружу вокруг них неизвестно зачем. А они сработали очень даже хорошо. Но так, я не смог ударить, мой друг ударил. Все. Сделал небольшое. Но у нас один ранен, один убитый, двое убитых даже. Ну, видите, они все-таки сильные достаточно. Опять же. То есть при всем желании мы в любом случае не ушли бы в ноль, чтобы не потерять никого. Такого бы не было. Стрелка возьмем. Так, отправляемся дальше. Это наши. Нам сегодня требуется не так уж и много на самом деле. Нам нужно доехать сейчас до Эдо, до нашего короля, до Теодена и взять задание. Это пока все, что нам требуется. Воу-воу-воу, это кто был? Случайно нажал в другую сторону. Ну все, я их потерял. Море терпит поражение в битве. Это хорошо. Море это хорошо. Дикие орки. Сколько всякой фигни тут бегает, вы не представляете. Кто у нас? Это дикие орки, это волчьи пса. Это Теоден. Вот, кстати, Теодену. К Теодену нам и требуется. Орчий фортпост. Нормально. Речной орчий аванпост. А фортпост у нас вон там. Насколько я помню.
Давайте кое-что продадим из того, что мы набрали. Точнее, не так. Все продадим из того, что мы набрали. Оно нам особо не нужно. Шлем. Сколько там? 200. Давайте вот так сделаем. Тихо. Нет, нет, не тут, не тут, не тут. Нам ведерас требуется. Давай-ка сюда сходим и посмотрим, можем ли мы взять эту барышню. Ладно, 30 очков влияния у меня нет. Так что при всем желании я ее забрать не могу сейчас. Лошадь вам отдам верховую. Плохо. Королевская кузница. Неплохо, неплохо, но это все не то. Казармы. Давайте возьмем этих и молодых роханских воинов. И отправляемся. Простите, я в чертог зашел какого-то. Неизвестно зачем. Давайте сохранимся и пойдем к Орчему фортпосту. Да, все-таки есть свои привилегии у светлой стороны. У них воины сильнее, как ни смешно, но сильнее. Но при этом темной стороны просто огромное количество воинов. Они их штампуют из грязи буквально. Тех же орков просто из грязи сделали и нормально. Но при этом, вот, допустим, 43 моих, 42. Один у меня раненый, это Луфос. 42 воина против, допустим, 80 даже. Практически никакой разницы не имеет. Их уничтожат и не заметят. Это хорошо. С другими становится, конечно, потяжелее, потому что уже зависит от того, что там за войска. Но, допустим, один на один практически все мои воины лучше, чем воины противника. Ярл издержит. Не, ну. Кто у нас тут? Воин Ханда 21. Можно на самом деле попробовать. Вот я не знаю, пробовать или лучше не надо. А, давай. Черт с тобой. Ждем, ребята, не надо рваться вперед, они все равно сейчас придут сами. Им особо деваться некуда. Где они?
А, вон они. Скачут, скачут. Бедняжки слишком далеко от нас появились. Ну, мы не спешим, мы подождем. Мы люди не гордые, нам спешить некуда. Подождем, пока они прибегут. А пока наши лучники по готовности расстреляют их немного. Лучников у нас, конечно, 6 человек, но лучше, чем ничего. Вот и первые стрелы пошли. Вот и первые мертвые. Минус 2 у них уже. Очень хорошо. Так по чуть-чуть они пока прибегут. Мы как раз расстреляем большую часть. Ну, ребята, почему вы перестали убивать? О, вот, молодцы. Красавцы, хорошо. Очень хорошо. Минус 4 уже, минус 5. Минус 6. Ну, они не подходят, мы постоим. У лучников стрел достаточно. Нам спешить некуда. Ну ладно, постояли и хватит. Теперь пора. Сейчас застрельщики по ним пройдутся еще. Так, сменим-ка мы. Этот мертв, это мертвый, мертвый. Мертвый. Кто остался? А, я его не заметил, я подумал, это наш. Это хорошая тактика. Стоишь себе, ждешь. Они приходят и умирают. Я бы даже назвал тактикой ленивая война, блин. Были новые враги. Это плохо. Так, ты враг? Враг. Но его убил не я. Печально. Давайте дальше, ребятки. Ну, он там, я вижу, наших зажимают по чуть-чуть. Да. Вот, побегай пешком. Задолбали вы меня. Вот этот. Все. Это был последний, мы его убили. У нас 6 раненых, 3 убитых. У них только 3 раненых.
Но у них достаточно много вещей. Неплохо. Что это было? Почему вы разбежались? Я мог помочь. Ну ладно. Давайте попробуем по-другому. Попробуем вот так. Нам нужно бы сдать задание на самом деле. И сдать этих ребят ненужных. Давайте в Восточный Эмнет съездим. Это кто тут такой интересный? Забавные ребята. Так. О. Ханские наемники. Фу, наемники. Разведчики. А я за ними не успеваю просто. Ладно. Личной лагерь это у нас вот этот вот. Не знаю, есть он там еще или нет. Давайте съездим посмотрим. Ой-ё. Мои вы лапочки. Какое ж ваше количество тут? 54. Сотня. Ну, нормально. Наших тут больше. Дикие тролли. Ой-ой-ой, вас со всех сторон пытаются обойти. Видите? И тут 106. И плюс там еще по мелочи бегало 50 с чем-то. И с этой стороны сотня подходила. Вот-вот-вот сейчас они попытаются налететь, наказать, так сказать. Нет? Они то ли боятся, то ли что. Хорошо, давайте используем это тоже с пользой. Поиск пути у нас интеллект, опять же. Надо докидывать. Живучесть. Владение оружием. Хорошо, но не то. Выбор трофеев. Обучение. Обучение. Давайте я возьму обучение. Обучение мне нравится. Готово. Рейнджеры. Теперь всадники, опытные, воины, опытный застрельщик, оруженосец. Тоже весьма неплохо прокачал. Так, теперь сохранимся. Вот там началась драка. Ой-ё. И она не в нашу пользу, ребятки. Я не знаю, попробовать, не попробовать. А давайте попробуем. 97 против 98. 50, 30, 40. Ну, у меня очень большие потери на самом деле. Но так просто тупо быстрее было бы, чем если бы я вырезал их поодиночке. Ну, сумел сбежать, все
все как обычно. Роханских ребят мы забираем. Мы, правда, потеряли очень много сейчас в этой драке. Опытный. Забрать, 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 забрать. Слишком маленький. У нас не хватает места на них. Ой-ё. Надо, наверное, будет прокачать еще содержание пленных. Хотя это уже такое, в самом-то деле. Давайте западный Эмнет. Сдадим пленных, возьмем дополнительно воинов по возможности. Казармы, и в казармах наберем сейчас. Берем. Стражников я не хочу брать. Они будут в пехоту превращаться, а мне пехота не нужна. Так, так. Кузница. Но мне тут надо просто тупо сдать все, что можно. Но неплохо, но опять же, у них 1200. Ладно, давайте вот так. Конюшня. Хотя давайте так сделаем. Нам с вами нужна еда. У нас мало еды на такую толпу народу. Но неплохо посражались, видите, мы смогли отстоять, смогли победить. Хотя я, честно, до последнего был уверен, что нас раскатают, как блинчик по асфальту. Стражник, опять же, тут некого брать. Хорошо, и давайте, знаете, куда мы с вами съездим? Мы съездим в Хорнбург. У нас ничего не было с Хорнбурга. Никаких мы никого не покупали тут. Тут, по идее, должны быть хорошие солдаты сейчас. И тут Эомер с отрядом почему-то сидит. Давайте в казармы. Пехота, два оруженосца, неплохо. Какой бог вы тут пехоту наделали? Не, я понимаю, зачем она тут, но все равно. Пехота пехотой, но мне надо куда-то что-то делать где-то. Давайте Вестфальд посмотрим, попробуем. Возможно, тут есть что-то. Так, что нам нужно? Нам нужны казармы. Застрельщик 2. Неплохо. Оруженосцы 3. А, по чуть-чуть. Ну, давайте еще этих наймем. Они после битвы, я смогу их уже оруженосцами сделать, и дальше будет нормально. А, так, теперь... На этом мы на сегодня закончим. И дальше будем уже разбираться, что, куда, зачем и как. Всем спасибо за просмотры. Буду благодарен, если вы подпишетесь на канал. Будете следить за информацией на канале. Всем спасибо. Пока.